гитара, варган, калюка, духовые инструменты разных народов. В Одинцовской библиотеке номер 1 состоялась музыкальная встреча с исполнителем Олесей Алисеевич. Творческий путь девушки начался с самого детства, когда ее заинтересовала культура наших предков. Я с детства танцую, потом появилась дудочка в моих руках. Без музыкального образования я научилась играть на блокфлейте сначала. И так потихоньку один за другим инструменты начали появляться в моей жизни. У меня это называется встреча. Вот у меня это так. Я встречаюсь с каким-то инструментом вот на огромных просторах нашей Родины. И я рос, тянулся и струился, я прокладывал шаги до самых звезд. Олеся вместе со своей дочкой Зорей рассказали о старинных и современных инструментах. Зрители окунулись в мир музыки, поиграли на ложках, послушали частушки. Музыкальные встречи в первой библиотеке стали уже доброй традицией. Приходите, здесь всегда интересно. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».